Торговая площадка и профи-цепочка. Всем привет, с вами Беттер и Никита. Здорово. И да. Сегодня 1 февраля, и сегодня открылась наконец-то грёбаная торговая площадка и профи-цепочка для профессиональных игроков. Нави. Что, блядь? Что? Ладно. Это мы пропускаем. Вот. Начнем мы с этой новости. Будем немногословны, это пишут разработчики. Короче, скажем несколько слов. Мы ждали ее 2 месяца, 3 месяца больше. Наверное, но это не точно. Да. И почти. Мы дождались, блядь. Да. И, короче, торговая площадка. Вот так она выглядит. Сейчас мы к ней перейдем. Вот это новость. Новость нам неинтересна, короче. Переходим к самой торговой площадке, друзья. Смотрим. А что здесь смотреть? Здесь, короче, здесь есть вкладочка покупка, вкладочка мои лоты и вкладочка история. А они не видят как будто. Ну, во вкладке история, в смысле? Ну, допустим, я не мой, давай. Во вкладке история будут отображаться предметы, которые вы либо купили, либо продали. Да, все предметы, ваша история. Мои лоты, которые вы, предметы, которые вы выставили на продажу. Теперь давай продавать. Распродаю. Покупка... У тебя там столько кредитов будет, а как кажется? Ну, покупка это, естественно, что вы должны купить, короче. За 30 тысяч он попробуй, блядь, купить. Тьфу, на. Да. 30 тысяч. Вот. Там есть... Предметы. Там? Предметы можно продавать только те, которые у вас навсегда в зимней охоте. Вот так. Да. И это печально. То, что обидеть. Продавать можно то, что именно в зимней охоте заработали. Вот. Но это не факт. Но это не точно. Да. Может потом исправиться. Не знаю. Это не точно. Камуфляжи. Вот, стволы. Давай вот не спустись маленечко еще. Там полярная униформа. Штурмовик отряда призраки. Всякая фигня. Мощный Давай еще ниже. Я не пойму, зачем варбаксовый деф пихнули сюда за... кредит. О, радуйся. Ну это ладно, это ерунда. Подожди, давай дальше вниз. Золотые. Подожди. АВМ-ка 2000. Ребят, да. Смотрите. АВМ навсегда. 2000 кредитов. Золотая СВУ АС. 29400 кредитов. Но это для тех, кто не хочет крутить ее, а просто возьмет и купит. Да? Это сколько денег, блядь, скажите мне, пожалуйста. Ну, около 15 тысяч рублей. Да, заебись. Я так скажу одним словом. Да. А люди бывают, слышишь? А люди бывают и там. О, ну больше да. Выкладывают, Элис, например, он ему скажет, купи, он купит, что ему. Скажет, купи. Замаш, потому это. Оружие серии, друзья, злой Санта. Ножи, камуфляжи для ножей. Камуфляжи для стволов. Короче, все здесь есть. Давайте перейдем к инвентарю и посмотрим, как его можно ставить. Так вот. Здорово. Мы начинаем продавать. Да? Допустим, давай посмотрим, что можно продать. Вот, допустим, стыр, камуфляж, город. Нажимаем на цену. Правда, здесь она херово видна почему-то, я не знаю. Допустим, я хочу выставить... Сколько мне хотим? Ну, блядь, вообще миллион за эту хуйню, потому что топ-геймеров, блядь. Давай 500 кредитов, смотри, допустим, да? Что купить за 500 кредитов? Выставить на продажу, нажимаем выставить на продажу. Она стоит 105 кредитов, за себя продают за 105, а ты за 500, ничего это ты... Это минимальная цена написана, 105 кредитов. Это минимальная цена, которая может быть в торговой площадке. Так, кстати, минимальная цена 105 кредитов, 100 кредитов, а максимальная 50 тысяч кредитов. Да. И вот, я выставил сейчас ее на продажу. Нажимаем мои лоты. И оно, и здесь, вот, видите, она отображается. Вы также можете ее вернуть. Мало ли вы передумаете. Или же захотите повысить или понизить цену. Нажимаем вернуть, и все, она обратно возвращается в инвентарь. Ну, как-то так. В принципе, ничего тут сложного. Ждали мы ее, конечно, очень долго. Но не знаю, стоит ли оно того. Это торговая площадка, Никитос, как думаешь? Ну как? Если уж мы покупали эту зимнюю охоту, значит, да, конечно. Ну я думаю, я ее чуть-чуть хоть, но окуплю, блядь, зимнюю охоту. Чуть-чуть. Хотя бы немножечко. Вот. Что еще? Открылись еще
профи-задание. Профессиональная цепочка, эпическая цепочка. Да. Но у меня она пока еще не открыта, мне надо доделать штурмовика. Это надо все эти пройти? Да, проходите все классы, и у вас открывается эпическая цепочка. Просто они ноунейм. В эпической цепочке... Ребят, всё. Удалите Warface, как я. Удаляйте. В эпической цепочке... Откроется, вот, откроется Попытаем. Только после полного завершения. А скажи, что там будет? Скажи, что там будет, потому что я не знаю. Читаю. Ту-ту-ту-ту-ту. Пятая цепочка стоит из особо сложных задач, выполненных которых под силу не каждому бойцу. Но и награды соответствующие. Элитное оружие и снаряжение на внушительные сроки за каждое задание. Пистолет серии Злой Санта. В конце эпической цепочки вы получите 5-7 серии Злой Санта. Вот так. Слышишь, а тут еще, ну, есть, то есть, какие оружия там будут, не? Примерно. Ну, все. Элитные и камуфляжи будут. А, и все. Там на месяц будет, на неделю вроде. И там Ктар вроде еще будет, я смотрел. Ктар коронный, да, должен быть. Вот. И эту эпическую цепочку вы можете выполнять любым классом, который вам больше всего нравится. Вот так вот. Ну, и бесплатные контейнеры с камуфляжами. Это у нас... Мини-игры. Да, это у нас вот эти вот контейнеры. Такие вот контейнеры, где находятся одни камуфляжи. Вам... Вы можете его открывать бесплатно. Ну, как бесплатно. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вот. Такого гейба. Открыть бесплатно один раз в день. Для этого нужно выполнить несложное задание. Одержать победу в каждом из PvP режимов в быстрой игре. А если вы играете на режиме мясорубка и выживание, учитывается любой бой, где игрок совершил не менее 15-10 убийств соответственно. Контейнер начисляется в течение 30 минут после выполнения задачи. Прогресс по выполнению задания сбрасывается ежедневно 12 ночи. Ты как Eminem. Ты на канделаке. Да. В общем, это все. Ждем обновления в игре. Как вы знаете, все там будет спецоперация Ледокол. Новая снайперская винтовка. А ты что, не будешь еще продавать, Андрюх? Лошадь. Может, не продадим? Ну, продавать я буду отдельно. Да. А все, что я хотел, я вам рассказал. Надеюсь, вам видео понравилось. Вы поставите лайк. Подпишитесь на канал. На Никиту и на меня. Меня не найди, да? Нас не найти, мы скроем лицо. Попрощайся, Никитос, скажи всем удачи. Счастья, здоровья, дай бог здоровья, благополучия семье, родителям. I'll be back. Всем удачи, всем пока.